никогда не смогу. Вы слушаете «Милицейскую волну». Московское время 23 часа. Информационная продукция для детей старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. «Милицейская волна». Слово «Олимпиада» в переводе с греческого означает «воспевающее небо». По легенде, первые Олимпийские игры организовал Геракл. Это было около 3000 лет назад. Но первая достоверно известная Олимпиада прошла в 776 году до нашей эры. Ее выиграл некий Кареп из греческого города Элида. Он победил в беге на один стадий. Это 192 метра. Первые 14 Олимпиад – это был единственный вид спорта. Затем в программу постепенно добавились борьба, метание диска и копья, бокс, пятиборье, гонки на квадригах, панкратион. Всего за почти 1000 лет в античном мире было проведено 292 Олимпиады. Большое количество риэлторских компаний сделает на этом большую прибыль.